Всем привет! Вы на канале Необъяснимо, и с вами Дмитрий. Сегодня я покажу вам 10 феноменов, которые вы никогда не забудете. Если готовы, тогда погнали! То, что вы сейчас видите на экране, выглядит действительно невероятно. Автор родом из Италии, снял в небе две луны. Это видео сразу же подняло много шума в интернете. Многие утверждают, что тоже видели это явление. Посмотрите внимательно и напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кажется, это явление, которое называется Гало. Однако многие пользователи были уверены, что это хороший монтаж. Но ваше мнение я все же жду в комментариях. А в этом ролике вы можете видеть, как грузовик перевозит нечто похожее на неопознанный летающий объект. Автор утверждает, что ему удалось записать это рядом с зоной 51. Также обратите внимание, что за грузовиком едет большое количество автомобилей сопровождения. Как вы считаете, что это может быть? Мне кажется, что возможно снимают какой-то фильм, а это декорации. Также я думаю, что если бы везли настоящий инопланетный корабль, его бы точно чем-то накрыли. Но, друзья, мне интересно ваше мнение на этот счет. Следующий случай, по утверждениям, снят где-то в Бельгии. Мужчина заметил, как в небе появились какие-то странные объекты, и он начал снимать их. Когда он увеличивает изображение, мы можем заметить, что существа очень похожи на медуз. Они очень плавно парили в небе и медленно перемещались вверх-вниз. Некоторые зрители сразу же предположили, что эти существа инопланетного происхождения, но были и те, которые более скептически отнеслись и сказали, что это обычный монтаж. Кто-то же сказал, что это глюк в матрице, но в любом случае выглядит это очень интересно. Все же это видео на данный момент остается загадкой, и никто не может объяснить, что же это было, монтаж или действительно какие-то инопланетные существа. Самое интересное, что автор не один, кто видел этих медуз, было много свидетелей, которые говорили, что видели в небе белых медуз. Что же вы думаете по этому поводу? Жду ваши мысли в комментариях. А следующее видео было снято где-то в Швейцарии. Молодой человек просто шел и увидел в небе странный объект. Как будто бы какое-то существо в балахоне парит над землей. Объект висит неподвижно, и это выглядит очень жутко. Конечно же, в комментариях под оригинальным роликом появилось сразу же много версий. От инопланетного происхождения до некого духа. Скептики же посчитали, что это обычный дрон, на который было что-то одето. Скажите мне, какой вариант вам нравится больше, а может быть, у вас есть свои мысли на этот счет? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы когда-нибудь с необъяснимыми явлениями. А следующее жуткое видео было снято где-то в Соединенных Штатах Америки. Автор вышел на балкон во время шторма и увидел какой-то странный объект. Исполинских размеров существо медленно двигалось в тумане. Существо, но оно было снято уже в другом месте и совершенно в другое время.
Очень странно, что оно появляется только во время грозы. Мне все же кажется, что это какая-то визуализация или автор занимается компьютерной графикой. Потому что таких размеров существо просто бы не осталось незамеченным и о нем бы показали во всех новостях. Поэтому я думаю, что это фейк, несмотря на то, что оригинальный ролик набрал миллионы просмотров. А что думаете вы? Возможно, я и не прав. А следующее видео действительно выглядит очень правдоподобно. Жители Калифорнии недавно сняли это видео среди бела дня. Как многие утверждают, они стали свидетелями вторжения пришельцев на Землю. Изначально кажется, что это какая-то ракета или, возможно, метеорит. Но позже вы можете увидеть, как объект разделяется на множество меньших объектов, и они направляются к Земле. Выглядит это реально как атака пришельцев, поэтому авторы видео не на шутку испугались. Что же было дальше, неизвестно, потому что видео очень короткое и в описании очень мало чего сказано. А как вы думаете, что это, инопланетный корабль, возможно, какая-то ракета или просто метеорит раскололся на части? Но самое интересное, появилось еще одно видео, оно снято было в том же районе, только уже другой ночью. Автор видео тоже был совершенно другой человек, он утверждал, что вышел на улицу и увидел странное светопредставление. Он достал камеру и начал снимать объект, который летал в произвольном направлении. Затем он разделился на несколько маленьких объектов, как и в прошлом видео. Мне кажется, эти случаи точно связаны между собой, как считаете вы, и что это может быть? Друзья, если вы любите мистику, у меня есть для вас небольшой челлендж. Не забывайте подписываться на этот канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать самых крутых выпусков. А следующее видео выглядит невероятно. В этом ролике немного раньше я показывал вам похожий объект. Но в этот раз случай был снят в другом месте. Мы также видим, как в небе парит объект, похожий на существо в черном балахоне. И опять же, обратите внимание, он практически неподвижен. Автор утверждает, что размер этого существа был гигантским. Поэтому мы можем исключить то, что это дрон. Есть еще одна версия. Возможно, это часть, которая была привязана к вертолету, какой-то груз. И автор, когда снимал, просто не показывал нам вертолет. Но все же выглядит достаточно круто и крипово. Как вы думаете, что это? Если предыдущие видео вас не совсем шокировали, то что вы думаете об этой загадочной горящей лестнице? Очевидец, который родом из Франции, утверждает, что эта лестница появилась совершенно неожиданно. Вы посмотрите, она появилась из ниоткуда, после чего начала загораться и подниматься все выше и выше. После чего лестница поднялась на приличную высоту. Как вы можете видеть, сверху мы ничего не наблюдаем. Чего-то, к чему можно было бы ее подвесить. Очевидцы утверждают, что было человек 10, которые были свидетелями этого события, и все были в шоке. Но у меня очень мало информации, и я не могу судить, что это может быть. Возможно, это какое-то огненное шоу. Но в любом случае, выглядит это очень круто. Но без дополнительной информации, это видео останется лишь красивым, шокирующим роликом. А следующее красивое изображение появилось на дне китайского озера. Местные жители, конечно же, были шокированы, так как оно было огромных размеров. Само изображение в поперечнике составляло примерно 100-150 метров. Местные жители также уверены, что ни один человек не смог бы за ночь сделать это огромное изображение под водой. Поэтому большинство людей уверены, что это дело рук инопланетных цивилизаций. Однако, что этот знак означает и что они пытаются нам сказать, доподлинно неизвестно. Камера наружного наблюдения где-то в России сняла взрыв самой настоящей жуткой шаровой молнии. На видео мы видим, как идет сильный дождь, а также гроза. В какой-то момент вылетает шаровая молния и неожиданно взрывается. Она с огромной скоростью летит над домами, останавливается и происходит взрыв. Однако многие комментаторы сразу же предположили, что это может быть неопознанный летающий объект. Именно внеземного происхождения, так как они утверждали, что шаровая молния не может
этому поводу. Интересно было бы узнать ваше мнение. Всем привет, я Гробовщик 2.0, и я хотел бы с вами поговорить о ваших комментариях. Может быть, я и правда гробовщик на минималках, но могли бы вы мне разъяснить слово «на минималках», в чем оно заключается? И прошу у вас прощения, что я так и не научился делать контент такой, как у Брейкмана, и у меня было бы, наверное, больше просмотров. И я ни в коем случае не хочу как-то дискредитировать или оскорбить ребят, просто есть понятие «факты». Да, и мне часто девушки пишут, что я молодец, и я все-таки задумываюсь, что я со своими друганами просто передираю все от канала к каналу, и... Моему каналу я задумался действительно год, только год. Я думаю, что это слабенькие результаты. Да, и мой голос, он действительно раздражает, меня тоже бесит. Всем привет, я Настя, дочка Димы. У него действительно гадкий голос. Да, по поводу света, действительно упущение, простите, вот включил, так вот поярче, получше. И вчера устроился работать в детский сад, буду там на утреннике бармалеем. Ребят, на самом деле, всем спасибо большое, и, конечно же, и хорошие комментарии, тоже есть их намного больше. И мы с вами увидимся в следующем выпуске, пока.